375 тысяч рублей – это сумма, которую выплатил пострадавшим детям хозяин горячего источника в поселке Яр. О промежуточных результатах проверки рассказала областная прокуратура. Напомню, инцидент произошел в августе. Во второй половине дня дети, которые купались в термальном бассейне в Тюменском районе, почувствовали недомогание. По рассказам очевидцев, многие кашляли, кого-то тошнило. На место приехало сразу несколько машин скорой помощи. Трое несовершеннолетних были госпитализированы. Роспотребнадзор сразу приостановил работу термального бассейна, но в пробах воды, которые были взяты, превышение хлора обнаружить не удалось. Тем не менее, прокуратура провела свою проверку. Управляющего базой отдыха привлекли к дисциплинарной ответственности. Установлено, что в результате ненадлежащего обслуживания имеющегося на базе отдыха оборудования произошла утечка реагентов, которые использовались для дезинфекции воды в бассейне, что повлекло ухудшение состояния здоровья детей. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его ход и результаты остаются на контроле прокуратуры.